сябры, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами, как всегда, Денис ГТ, мы... Так, я убавлю звук. Мы продолжаем проходить игру под названием Sonic Sega All-Stars Racing, мы продолжаем проходить Ганан-3, будем сегодня играть за этого ритма. На Аматоре. Будем сегодня проходить дальше гонку ужаса. Да, завоюем этот кубок, если честно, мне этот кубок показался самым интересным, ну, красивым. Вообще, мы поняли. Короче, канализация карта, как я понял. 3, 2, 1, go! По-моему, этого мы, вот этого персонажа мы купили в прошлую серию. Этот посадочек хорошо дрифтит. Ну, хотя не очень хорошо, конечно. Либо он хорошо дрифтит, либо я просто, наверное, не умею это. Просто не умею, блин, дрифтить, как нормальный человек. Ёпас. Блин, я не успел здесь. Не успел. Чё это? Нифига, стражу попался. Кто такой? Да ладно. О, второй уже? Нифига. А на первом кто у нас? Это обезьяна? Так, видим. Ёпрс, Тэм. Воу-воу-воу-воу, уже буди. Ну, хотя бы третье место занял. Это нормально. Это карта утекает очень быстро. Как кажется. Если честно. Блин, а четвертая. Карта вообще хуй. Мне кажется, если я не займу первое место, потому что уже страсть накаляется, труднее становится вообще выиграть. До свидания. На втором месте. Фэнс. Я вообще первый. Блин, а! Фэнс. Пока все хорошо, я пока что на первом месте. Это нарк. Так, а сохраним мы? Да нет, сразу сходим. Ну куда я еду? Отстань. Зараза. Я не вижу ничего. Давай. Yes. Первый. Вид меня зовут. Или кто я? Да. Угу. Так, ребят, я вернулся. Мы продолжаем. Дальше у нас идет карта из Sonic the Hedgehog. Холм из моря, дворец. Мне вот этот кубок очень нравится. Гонка страха вообще. Называется... Ну, этот, гонка страха называется, фигня вот эта вот. Ну, как там? Гонка ужаса называется это. Кубок это называется. Хотя, вот здесь я ничего ужасного не вижу, здесь все красиво, если честно. Там самый первый гонка ужаса, если честно. Вот самый первый, да, я согласен, это вообще кубок. Организация,
Ну, здесь вообще эпичная карта. Гитару просто обожаю. Sonic the Hedgehog. Кстати, проходите Sonic the Hedgehog 4 будет. Скоро. Ой, ну говно, куда ты дальше? Не очень люблю им играть, он дрифтит очень плохо. Чем. Машин-то у него вообще достаточно. Гоняем Тейлза. Хэмси, погнали. Ай, зараза, это обезьяна, блин, на последнем месте. Ой, на пред последнем. Еще лучше. Но второй круг, это хорошо, то, что второй круг. Да блин, что за говно? Не всегда мягко нет. Что? Откуда? Чё мы? А, там это фигнёй. Там вот. Так. Какой вот к обезьянке все попал? Просто я... Ясно на паузу? Ясно на паузу, да? Да ладно! Все, капдажишься. Капдажишься. Все, просто капдажишься. Они все, ой, где они? Я их там заплескала эти. Что? Тихо, 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 быстрее вони, быстрее вони. Тоже сам. Давай, давай. Yes. Я первый. Да, с очков Лайми 16. Дальше у нас идет из Супер Манки Бола. Пустыня, песчаные заносы. Ну, гонка страха, это вообще не похоже на гонку страха. Monkeys, balls, and a whole lot of racing. What's not to love? Ну, хотя здесь пустыня вообще не любит. Нифига, как он погнал так быстро. Это обезьяна. Так. Ну вот сам. Они упали, лохи. Ёпрсу ты! Да ёпрсу, что это за говно? Давай, давай. Вот это зашибись, вот это зашибись реально. Только жалко, что на первом уровне дали.
Видели, как я эпичный? Ну что за говно? Опа, зашибись, вот это зашибись. Наконец-то. Так. Зашибись. Так, летим. Ты куда не туда? Нет, я первый. Я еле как-то выжил. 30 на 24. Блин. Я мы каждый раз на втором месте. Токио Тохо Ракаку. Опа-на. Токио. Будем играть на в Токио на холм Ракакуку. Куку. Финал. Я играл уже в Токио. Раз, обезьяны я играл в Токио, я помню, во второй серии. 3, 2, 1, go! По-моему, я не помню. Да ёпарас, вот так куда ты врезался? Нифига себе, Токио, блин, не слабая. Ну, если займу 8 место, 100% я буду на первом. Вообще, вот эти фильмы фиговые. Бургер какой-то. Фак, я прям как лох. Хоу, ну ты не врезайся, ты дебил. У нас шестой это тоже неплохо, но мне надо здесь первый. Опа. Прям
Вот я и на первом месте. Так вот. Так вот. Слава богу, я думаю, всё. А третий еду, думаю, первый еду. Всё, первый пока что. Ну да, он момент. Никто не врезался. Блин, а... А немножко потормажит, Кая. Ну и вообще на знаки смотреть не надо. Я второй. Интересно, меня я затащу ее? Я ее затащил, аза-заза. Все, это хорошо. Сколько дали? 10 косарей? Нормально. Всегда не поздравляет нас. Третьим Шэду? А Шэду вообще с нами играл разве? Я забыл балл, он такой красивый, честно скажу, чтобы не испугался. Отлично. Я разве смогу купить еще кого-нибудь сейчас? Я не знаю, можно? Сколько у нас денег? 15 тысяч, нормально, сможем. 13 500. Джостер какой-то, ви-ви-ви. Можем Упалу купить, но Упала она не очень крутая. Давайте купим ее. А, можно еще накопить на Опа-Опа? Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, подписываемся, комментируем, ставьте лайки, с вами был Мини-Т, всем удачи, пока.